бывший руководитель оператора системы магистральных нефтепроводов Украины Укртранснафта Александр Лазорко объявлен в розыск, сообщается на сайте МВД Украины. Ранее собрание акционеров Укртранснафты приняло решение не продлевать трудовые отношения с отстраненным весной от должности главой правления компании Лазорко. Как отмечается в сообщении МВД Украины, Лазорко обвиняется по статье «Присвоение», «Растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением», которое предусматривает до 12 лет лишения свободы. По данным МВД, Лазорко исчез 18 августа этого года. В июле апелляционный суд Волынской области обязал госкомпанию допустить Лазорко к руководству предприятием, но его не восстановили в должности. Лазорко весной пояснял, что его отстранение возможно по уставу компании, однако документов о возбуждении служебного расследования ему представлено не было. В связи с этим он считает свое отстранение неправомерным. По его словам, основанием для его отстранения может быть только его преступная бездеятельность или нанесение ущерба компании.